Новая Toyota Avensis разительно отличается от модели предшественницы. Если Avensis 2 обладал корректным, но малопримечательным дизайном, то Avensis 3, ну, впрочем, смотрите сами. Капот изогнут над передней частью автомобиля. Бампер под острым углом уходит вперед, и в него утоплены широко раскрытые фары. Лицо машины получилось весьма выразительным. Avensis по-прежнему собирается на заводе в Великобритании, но типов кузова теперь два – седан и универсал. Хэтчбека больше не будет. Не менее удачно вышла и корма, напоминающая о более именитых родственниках – седанах марки Lexus. Нетипично выполнено боковое остекление. В каждой двери есть по маленькой форточке. Спереди они получились слепыми и вместе со стойками расширяют невидимую зону. Плюс такого решения – основные стекла до конца опускаются в двери. Мы взяли на тест машину в топовой комплектации с коробкой вариатора и мотором 2 литра. Цена такого автомобиля превышает 1 200 000 рублей, а самый доступный Avensis обойдется в 820 тысяч. За столь внушительную сумму покупатель получает машину, которая во многих параметрах не уступит конкурентам из сегмента премиум. Салон выполнен добротно, никаких претензий к качеству материалов. Более того, в дорогих комплектациях эта Toyota догоняет Lexus. Среди элементов класса люкс – большой сенсорный экран. С его помощью можно управлять аудиосистемой, снимать данные борткомпьютера. Он используется для навигации и как экран для камеры заднего вида. Программное обеспечение переведено на русский. Переводчикам осталось осилить только раздел обслуживания автомобиля. В интерьере удачно сочетаются пластики с одинаковой текстурой, но разной жесткостью. Сделана приятная подсветка салона, приборов и кнопок. Задние стекла снабжены шторками. Из минусов салона – короткие подушки кресел. В поездках по городу это можно не заметить, но через пару часов в дороге устают ноги. Особенно это касается сидящих сзади. На втором ряду достаточно просторно, и тем не менее сидеть здесь неудобно. Подушка короткая и расположена низко, в итоге колени смотрят вверх. Салон легко трансформируется. Задний диван складывается по частям, а в подлокотнике есть люк для лыж или других длинномеров. Багажник весьма объемен, а под днищем – полноценное запасное колесо. В дорогих комплектациях Avensis заводится кнопкой, такие же ставят в Lexus. Звук мотора в салон почти не попадает. Седан обладает отличной шумоизоляцией. Коробка вариатора очень плавно набирает ход. 10 секунд требуется ей, чтобы набрать 100 км в час. Чуть-чуть пришпорить можно кнопкой «Спорт», однако существенной разницы это не дает. У Avensis достаточно широкие задние стойки. Тем не менее, парковаться очень удобно, потому что назад смотрят не только камеры заднего вида, но есть еще дополнительно парктроник. Итак, Avensis – это хорошо упакованный, надежный и безопасный автомобиль. В нем нет яркости, и он не создает особого настроения. Эта машина подойдет тем, кто хочет ездить и жить долго и безопасно, и готов за это платить немалые деньги.